Да-да. Выбирай вот это. Выбирай, Дуартик. Я люблю такое кушать. А вот мне интересно, умеют ли наши девочки готовить вот такую вот замечательную пиццу Маргарита? Или вы только на словах профессиональные куховарки? Вообще-то умеем готовить. Не надо. Умеем. А что? Умеете готовить? Пиццу с маком вы умеете готовить? Вот это вы умеете готовить, а не пиццу. Хоть одна из вас такую вкусную пиццу, вот как Клайб хочет приготовить, никто. Да ты уверен, я смогу расплюнуть там. Да что ты с ним споришь, Саша? Вот я иду и докажу, понятно тебе? Все, девочки, пойдемте, нам нужно... Пойдем, потрем у нас. Пошли, за фигрей, так, мужики, сегодня в серии у нас правила, как вы видите, полностью поменялись правила. Сегодня мы не угадываем статуэтки, сегодня мы угадываем еду, печенье с лаймом. Угадываем еду, но самое главное, вкусную еду, Икс-Данил. Мне такая тема нравится. Дедушка Мороз печеньки любит. Иди сюда, смотри. Давай его! Это точно еда. Нормальное, ведь что-то нормальное выбрать не могли, не? Посмотри, какой у него этот хобот здесь, смотри! Хобот у слона! А это щупальцы! Ты посмотри, у него щупальца, он посередине! Вот это! Игзанил! Вот это! Игзанил, вот это! Протеин! Белок! Так вы поменьше разговариваете, потому что мы тогда спалимся, нафиг вы про белок и протеин говорите, все, стойте здесь! Так, здесь, так здесь тоже протеин, белок, здесь, тогда нормально! Что я залезаю, залаж... Ты что, нафиг здесь лестницы нет? Ладно, Клайб, ты же это, сенсей, на... Иди, залезь туда и поставь. А мы, Икс-Данил, сюда пойдем. Мы выбрали самое легкое блюдо в готовке, которое я могла приготовить даже за 2 минуты. А теперь, девочки, вопрос. А ваше блюдо имеет какие-нибудь жирные калории? А? А бывают не жирные калории? Ну, калории содержатся в жире, в этих всяких ваших фастфудах, в этом мясо, прожарим таком, активное. Они говорят, что не умеют готовить. Она спрашивает, есть ли в нашей еде калории. Ты понимаешь, что во всех едах есть калории и жир? Во всех! Даже в овощном салате есть калории! Да, в нашей еде есть калории! Ты с ума сошла, что ли, гречка? Хорошо, а ваша... Всё! Вопрос, Клайб! В вашем блюде есть курочка! Сейчас посмотрим. Нет, нету. Так убираем везде, где есть курочка. В торте нет курочка. Роллы здесь тоже, печенье ягодной глазури, шоколадное печенье, колбаски с рисом, индейка. Ну, индейка это же... Слушай, ты уверен, что ты как бы... Подожди, она... Какой вопрос был, я запутался? Я спросил, ваша еда есть курочка? Она ответила нет. Так это нам надо убирать везде, где есть курочка? Да. Логично, убирать везде, где есть курочка, но как будто бы пицца с грибами пепперони. Клайб, ты понимаешь, насколько нас жареные тосты... Мужичелла! Я убрал одну жранину! Из 24! Ладно, 2 получается! Что за вопрос задал? Мужики, ну что вы сразу на меня-то? Ну я не виноват! Фу ты, господи, все, в следующий раз молчи! Давайте, девочки, быстро задавайте следующий вопрос! Надо было задать ваше блюдо сладкое или мне сладкое! Мы бы половину тогда убрали, Клайб! Задавайте вопрос! В вашем блюде есть овощи? Нет!
Ладно, все, убираем. Это тогда будет легко, погнали. Ваше блюдо сладкое? Нет, не сладкое. Значит, убираем все, что сладкое. Тортилямбу убиваем. Убиваем, да, убиваем нафиг. Печенье, шоколадки, все ж тыквенный пирог. Печенье слаймом, ну это же сладкое. Оказывается, овощной салат не сладкий, осьминог, фиг его знает. Так, Маргарита, круассаны, ну в целом... Такой себе, конечно, вопрос, но явно печенье с повидлом. Что такое повидл? Что? Что такое повидл? Повидло. Ай, повидло? А что это такое? Что? В смысле? Здесь вот стейки с мраморной говядины. Я сказал, здесь нет овощей. Почему вы ее убрали, ненормальные? Что? Что вы делаете? А что я? А что нет меня? Куда я попала? Вот нет, ты вместе увидела овощи. Скажи мне, пожалуйста, ты на этих овощах зациклилась. Чего ты меня все начали гнать? Слушай, она сказала, если в калориях жирные калории, что-то ты женщина хочет, если бутерброд даже дома приготовить не сможет. Как ты мужа кормить будешь, гречка? Слышь, вообще-то в 7 классе у нас по технологии я приготовила самые лучшие пирожки с мясом. Ага. Вот только съела их все, конечно. Но зато они были самые вкусные, да. Так что... Да... Идите отсюда, не давите на меня! А потом 2 недели поносила, да, гречка, после твоих пирожков? Это любят все девочки. Давайте вот это выберем. Подожди, стой. А ты уверена, что он может какое-нибудь изысканное блюдо? Ну мало ли там... Да давай это возьмем, какая разница? Они все равно не узнают, что это такое. Берите быстро, давайте, и наверх. Ладно, давайте, побежал, давайте. Тут нет ничего такого, что мы бы не знали, что это такое. Мужики в еде в 10 раз лучше, чем женщины разбираются. Мы же жрем каждый день по 5 раз. Да ты даже не знаешь, из каких ингредиентов готовится наше блюдо. О чем ты можешь говорить вообще? Это самая лучшая еда. Да, выбираем это. Я не буду выбирать осьминога, неадекватные. Выбирай осьминога! В любом случае, вы уже сказали. Давайте что-то другое получается. Я уже знаю, что я буду выбирать. Вот это. Давайте только я буду задавать вопросы, и я буду отвечать на вопросы. Потому что в этом блюде есть небольшая загвоздка. Если они ошибутся в его названии, мы с вами выиграем. Стойте здесь, сейчас вернусь. Зачем ты выбрал печенье с повидлом, Эдуард? Молчи там, слай, господи, все, молчите уже, не порти мне игру, пожалуйста, господи, зачем мне вас в команду взял, все, я выбрал, и теперь надо в вашем блюде присутствует большое количество теста. Как по мне, у нас теста там вообще нету, так что нет. Мужики, убираем все тесто. Все везде есть тесто. Тыква на пироге есть тесто. Печенье есть тесто. Дальше в торте есть тесто. Колбаски нет, в осьминоге точно нет. Здесь точно нет. Яичница с беконом, индейка. Везде борщ нет. Тесто, куриные ножки с картофелем фри. Нет теста. Тосты есть тесто. Есть тесто. Здесь у нас котлетки с пюрешкой. Остановись! У нас здесь котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Остановись! У нас здесь котлетки! Экзанил, в пельменях есть тесто? Есть. Да, в пельменях есть 100%, только в бульоне нету. Да, бульон это же вода, логично. Слушай, хороший, я вот как вопрос, смотри, как профессионалы играют, клайпедулик. 10 вот этих блюд мы убрали, вы что-то придумали какой-то? Ну вопрос какой-то придумали или нет? Конечно же придумали вопрос. Девчат, давайте-ка я задам вопрос. В вашем блюде есть мясо? Да нету вроде. Нет, так, нету. А это не мясо? Нет, это не мясо, это кое-что другое. А что это, если это не мясо? Печенье с повидлом мы выбрали. Это не, так это нет, не мясо? Мясо? Ну? Точно не мясо. Так это мясо, как это по-другому называть? Это же, ну,
Мясо. Это мясо. Это хлебобулочное изделие. Так, нет, мяса нет. Ну все, погнали убирать тогда эти блюда. Вопрос. Такой же вопрос. Слушай, что они... А может они как раз вот этого... Вот этого морское чудище вот это вот загадали, не? Или это слишком очевидно? Мне кажется, слишком очевидно. Они такое загадывают то, что они будут. Так, ну это девочки. Учитывая их кулинарное мастерство, их максимум это яичницу приготовить. Мне кажется, что-то пожестче этого они в целом никогда в жизни даже на вот это на кухне не делали. Мне мама всегда говорила, мужики самые лучшие повара в мире. Ведь не просто так в самых лучших в мире ресторанах шеф-повара, а не шеф-поварихи. Мне кажется, любая женщина должна вкусно готовить борщ. Мне бабушка и мама. Офигеть, какие борщи вкусные она наваривала. Да мне кажется, они даже борщ не смогут сделать. По-любому, давай что-то попроще. Тоже верно. Так, куриные ножки они не сделали. Ну, банку мёда, да, вот эту банку мёда на рынке купить, да домой притащить. Мне кажется, именно это они и загадали. Так, надо вопрос. Подходящий вопрос. Задил, твоя очередь, топаем сюда. Задавай. Давай, что-то умное. Вашу еду. Едят люди, да, ты хотел, наверное, спросить. Давай что-то нормальное, адекватное. Я понял, что тупой вопрос. Вашу еду полезно кушать каждый день или вредно? А? Насчет полезности, кстати, да, наш продукт очень полезен. Подожди. Но насчет частого употребления, нет. Подожди, а может быть и часто? Ты откуда знаешь? Точно мед, не? Точно, звучит как будто мед. Так, ну хорошо. Так, вы это конкретно ответьте на вопрос, да или нет? Это мед! Да нет! Ответьте на первый вопрос, который задал их Даниил. Нет, все-таки нет. А что нет? Я уже забыл, какой вопрос был. Полезно ли кушать каждый день еду? А, то есть не полезно, да? А, нет, полезно, но... Насколько оно часто? Я балдею 10 раз. Так вы можете нормально ответить, полезно или не полезно? Полезно. То есть каждый день я могу ее кушать, и это будет полезно? Да. Вообще никаких минусов. Вообще. Вообще без каких минусов. И даже нет. Жирных калорий там нет, да? Конечно, но нет. Но своими калориями на ошибку, что бывает. Так, полезно каждый день. Ну, печенье в ягодной глазури, ясный эффект, что не полезно каждый день кушать. Дальше у нас индейка полезна, стейк полезно, борщ. Ну, борщ тоже, наверное, полезно. Куриные ножки. Ну, мед не полезно каждый день кушать, потому что это все же... Это сахар. Не полезно, это... Ладно, это хорошо. Это не мед был. Значит, хорошо, что мы ее... Ну, котлетки с пирожком каждый... Ну, осьминога. Слушай, я говорю, они реально осьминога. Ну, все. Как будто бы у нас здесь все закончилось. Посмотри на счет, мы проигрываем. 12-7. Они выигрывают нас. Ваша очередь, ваш вопрос. В вашем блюде есть морепродукты? Морепродуктов нет. Есть морепридурки. Морепридурки есть в нашем, да, вот этом. Да подожди, ты не ответил. В смысле? Что, какой вопрос? А какой был вопрос? Она сказала, есть морепродукты. Я сказала, есть морепридурки. Ну, я сказал, что есть. Вы понимаете? Морепродуктов-то не было. Она второй раунд выбирает. Запретите ей тыкать на еду. Она в два раунда подряд проиграла. Все, мы в целом выиграли всю эту серию, получается. Софи Грей, ты будешь теперь сидеть наверху. Понятно? Все, иди давай наверх. Больше ты ничего не трогаешь здесь. Все, а что? Все, 2-0. Эд, ну пожалуйста, ну ради нас. Ради 15 600 000 подписчиков. Давай третий раунд сыграем. Умоляю тебя. Ты где-то здесь видела 15 600 000 подписчиков? Ты на подписчиков всю вот вашу вину, то, что вы готовить не умеете, не спихивай. И подписчиками меня не шантажируй, там даже нет 600 000, гречка. Ну, значит, подпишутся. Ребята, до Нового года осталась всего одна неделя. Давайте добьем эти 600 000 и, наконец-то, начнем третий раунд. Пожалуйста. А если не подпишутся? Да подпишутся обязательно, куда они денутся. А если не подпишутся, я могу тебя из команды тогда выгнать? Не-не-не-не-не-не. Ребята, скорее, пожалуйста, ну ради этого. Ради меня, она меня шантажирует моими подписчиками. Ладно, хорошо, давай. Уделаем этих женщин и докажем, то, что мужики намного лучше готовят, чем вы.
Мужики! Мужики! Вы что, задавкали-то? Пойдемте! Какая огромная сосиска! Посмотрите на это, но я уверен, что огромная это. А что за белая какашка слева? Это рис, это ты белая какашка. Тут же написано колбаски с рисом. Ну да, но выбрать мы это уже, конечно, не можем, потому что мы вслух это все произнесли, поэтому надо выбирать что-то другое, мужики. Но колбаски сожрём, колбаски, я буду сейчас так колбаски. Этого мы выбирать не будем, я вам сразу говорю. Щупальцы подальше свои уберите, я не буду выбирать осьминога. Ну давай! Не буду я его выбирать, я вам третий раз говорю, не буду я его выбирать. Так, давайте, может, пельменчики. Слушайте, а может вот это? Как будто бы вот это все любят, да? Давай вот это. Выбираем тогда вот это, и я несу туда наверх. Давайте. А вы пока думайте, хорошо. Вы пока думайте над вопросом, мужики, так, чтобы просто в сухую раскидать этих женщин, не умеющих готовить. Давай. Фиговый вопросик, Занил, я тебе дал столько времени на подумать. Ты мне дал 2 секунды, подожди. Ваша еда имеет много белка. Так, давайте, нет, отбой, отставить! Я их капитан, нафиг этого бородача, да ты адекватный что ли? Одна спрашивает про жирные белки, другой про белок, да... Бородача говоришь? Дайте я, пожалуйста, задам вопрос. Я вам дал 3-й шанс. Дайте мне перезадать вопрос. Хорошо, давай. Рыба — это мясо? Или рыба — это рыба? Так, отбой! Отбой, девочка! Что за вопрос? Разберитесь! Меня всю жизнь интересовал этот вопрос. Рыба — это мясо? Ну, если я ошибаюсь, в рыбе есть белок. Но рыбье — это мясо. Это рыбье мясо. Но это не просто мясо. А что? Если рыба — это не мясо, что такое рыба? Рыба — это рыба. Это рыбье мясо. То есть она не... Да, но... Но она не состоит из мяса? Это мясо, но оно рыбье, оно так называется. Значит, у рыбы есть мясо? Получается так. Что-то он мне мозги пудрит, подождите, я что-то как-то запуталась. Рыба — это рыба, давайте с этого начнем. То есть у рыбы нет мяса, да? То есть да рыба... рыбы есть мясо. Ну, у рыбы есть мясо. Рыба, а не мясо. Давайте садимся на рыбу, это не мясо разве? А мясо — это не рыба разве? Нет, мясо не рыба, но рыба — это мясо. Рыбе нет, мясо. Это не мясо. А что, нет, рыба в рыбе, мясо есть. Да, а с чего тогда рыба состоит? Из пенопласта нафиг? Из рыбы! Ты задал вопрос, которым ты интересовался всю жизнь. Да. А вопрос по делу ты задашь? Да пофиг, я до сих пор ответ на свой вопрос не обнаружил. Ладно, ваша очередь, задавайте вопрос. Ваше блюдо сладкое? Ну как сказать? Нет, нет. Так, Клайп, твоя очередь задавать какой-то адекватный вопрос, потому что я уже запутался. Что они, что? Мы... 3-й раунд, я до сих пор не знаю, что женщины могли загадать. Ну и... Круассаны, ну это такая вкуснотень, я бы загадал круассан. Я не думаю, что они круассан загадали, я это слишком просто. Так, да, я тоже так, вот, можно его же убрать. Они 100% не загадали осьминога. Ты больше так не играй, слышь? Не, стой, да. Перестань. Они 100% не загадали печенье. Нет, успокойся. Печенье, кто вообще печенье слаймом загадал бы? Нет, печенье слаймом бы не загадали. Шоколадное печенье тоже не загадали. Дедушка стой. Мороз бы загадал, не надо. Подождите. Смысл нафиг себе! Мы что-то пропустили? Мы что-то пропустились? Они все сладкое убрали. Они убрали все сладкое. Хорошо, наша очередь задавать вопрос, Вопрос. Это какой вопрос? Про сосиски? Нет, про сосиски нет. Так, тут у нас море придурки, тут у нас печенье, тут у нас тортики, тут у нас. Мужики, ну нам помогите как-то, я не знаю уже! Я думаю, не могу придумать! Знаю! Давай! Наша еда! Ее чаще всего кушают завтраком или нет? Нет. 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 Кто? Ты дурак! Нет, такой хороший вопрос не придумал. Нет, нечу. Нет. Нет, не завтраком. Так это хорошо, мы можем убрать яичницу, ребят. Так и только яичницу, и все, ты! Санта-Клаус! Я приеду, колбаски с рисом. Колбаски с рисом. Вот, убрал.
Колбаски с рисом тоже не завтрак. Так, тост. Жареный тост на завтрак. Жареный тост на завтрак. Убираем жареные тосты. Роллы, борщ на котлетки с пюрешкой. Индейку на завтрак. Овощной салат. Да все. Салат на завтрак кушаю. Да, но его ж не только... Ну ладно, хорошо. О. Я не знаю, что из 17 блюд они могли загадать. Это женская логика, учитывая, что они вообще с этого ничего готовить не умеют. Ну ладно. Вопросик, Софи Грей, накашляй. В вашем блюде есть бульон? Нет. Так, тут у нас две пиццы осталось. Осталось две пиццы. Осталось куриный суп. Остался торт. Осталась котлетка с пюрешкой. Там надо один какой-то такой. Это они 100% не выбрали. Надо один вопрос, который зарешает все. Что они выбрали? Не знаю. Офигенно. Спасибо, помощники. У вашего блюда есть начинка? Ну, внутри. Ну, внутри. Типа, в тортике же есть начинка. В печенье тоже есть начинка. Вот что-то такое. В суши подожди. Есть начинка. В суши подожди, есть. Подожди. Да, в суши есть. Махарма. Хорош, Санта-Клаус. В суши есть начинка, суши. Да. Подожди, подожди, сейчас посмотрим. Ну, как сказать, она есть, есть, да. Начинка есть. Это хорошо или плохо? Это, я не знаю, начинка. Ну, подожди, на пицце же есть, внутри, да, на пицце есть начинка. Есть. Курицы, ножки с картофелем нет начинки. Пицца есть начинка, роллы есть начинка, тыквенный пирог внутри, тыква, логично. В супе нет начинки, печенье есть начинка, суши есть. Так, в пельменях же тоже начинка, фарш. А это считается как начинка? Да, внутри же начинка. Вот, в индейке нет начинки, по котлетке с пюрешкой нет начинки, борщ тоже нет начинки. Так, ну, 4-9, ладно, хорошо, вопросик. В вашем блюде есть морепродукты? Стоп! Мы задали вопрос! Да подожди, был вопрос! Мы вопрос задаем! Вы? Нет, мы раз. Мы? Мы тоже задавали! Так, ладно, вопрос. Ну, так я задала уже тебе вопрос. Какой? В вашем продукте есть морепродукты? Да нет. В продукте нет. В вашем продукте есть морепродукты? В продукте нет морепродуктов. Подожди, может... Нормально, задай вопрос какой-то. Хорошо, значит так. В вашем блюде, точнее, ваше блюдо состоит из какой-нибудь формы, там, круг, там, какой-нибудь шар, может, квадрат, треугольник. Гречка, тут вопрос, это... да или нет? Гречка, нет! Круг? Нет, не, ну, да! Формообразная или нет? Формообразная? Нет! Тогда или нет? Так на какой вопрос? Гречка, что ты задала, господи? Хорошо, хорошо, ваше блюдо имеет форму. Мы за вопрос. Все имеет форму, форму сосиски, форменные, пюрешка. Геометрическая фигура, грубо говоря. Да господи, три вопроса задали. Сколько они, да сколько вопросов геометрами. Геометрию сегодня изучать будем. Или сначала был вопрос про море придурка, сейчас вопрос про форму. Да фиг его знает, что, что это значит, что? Да есть тут какая-то... Да есть там какая-то форма, 100%! Да, есть какая-то форма. Угу. Ну пошли посмотрим, Ашан. Так, быстро, быстро, быстро. Это, да, они 100% не могли выбрать жареного кролика. Ну миллиард процентов. Нет. Они 100% мужик, не могли... Мужик, играйте так! Они не могли выбрать... Мало вариантов. Пельмени с бульоном они не могли выбрать. Торт, я как будто бы торт или пирог. Нет, могли. Да ты понимаешь, у них 4 осталось. Там надо срочно вопрос. 2 тортика, 2... Подожди, 2 пиццы. 2 торта, 2 печенья, то есть, понимаете, у нас все осталось по 2, 2, 2, 2, и роллы, точно не роллы, все, нормально, хорошо, с огнем играем. То есть, пицца, печенье или торт? А, ваш продукт, это торт какой-то? Ну, какой-то пирог, там нет, торт. Нет, подожди. Хорошо, давайте конкретный вопрос. Ваша еда, форма круглая? Нет, не круглая. Отлично. Нет, подожди, может... Подожди, Ашан, не круглая! Подожди, стой! Ты что нажал? Я думал, пирог круглый, а он квадратный. Как ты так... Что? Чё? Слушай, как это? Что? Подожди, стоп! Что произошло? Вот я. Мы сначала победили, а потом проиграли. Клайб, ты чё знаешь? Ты что сделал? Я так, не знаю. Подождите, шанс отыграться. Что мы загадали? Пиццу? Она сметана загадали! Тутай! Зачем ты просила подписчикам подписаться, если вы и так скекали? Море придурки! Ну даже если вы и проиграли, зато подарок тебе сделают. Подпишутся на тебя. Ты себе подарок сделай. Готовить наконец-то научись в этой жизни. Да я уверена, вы даже сковородку в руки брать не умеете! Умеет! Нижницу жарить! Эй, ты чё, женщина? Мужики! 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 Мужики!
Вот так вот, туда этих поварих, туда, молодцы мужики, 3-0 в сухолямбу просто. Фу, кошмар. Слева предыдущая серия, а справа лучше не смотри, сам не знаю, что там. Что-то с Марти, с дачей и с машиной связано.